Мастера из арктических регионов России представили свои народные промыслы, работы декоративно-прикладного творчества. В столице прошла вторая межрегиональная выставка-ярмарка «Мир Арктики». Уникальные изделия, отражающие традиционный быт и уклад жизни народов Севера, показали мастера из Камчатки, Магадана, Таймыра, Сахалина, Хабаровска и творческие коллективы арктических районов республики. Участники состязались в конкурсе «Лучшая экспозиция» и «Лучшее произведение народно-художественных промыслов». Провели мастер-классы по северному шитью и бисероплетению. Традиционная техника, подшейный волос оленя, вышивка, мозаика из камуса и бисер. В своих куклах я хочу показать характер, доброту, добрый нрав наших людей, открытость и какие были красивые наряды. Это малахай, сделан из камусов. Это олень. Осенний олень, он не сильно. Вот этот поздний олень, он ворс чуть побольше.